мы собрались. Готовы выезжать. Но перед отъездом я съем папайю домашнюю. Ну что там? Энергия солнечная. Ну что ж, спасибо этому дому. Здесь было кайфово. Поспели. Манго почти. Смотрите, какие огромные. Оп, оп. А мы двинем в сторону Маргау на автобусе. 10 километров ехать. Railway station. Railway station. Не, займем лучшие места. Погрузились. В Индии очень хорошо развита сеть пригородных автобусов государственных. Можно, перемещаясь от бастейшена к бастейшену, хоть всю Индию проехать. Долго, конечно, но это особое развлечение. Куплю чего-нибудь холодненького. Фруктовый лед по 5 рупий. I'll give you 1 rupee. Mm-hmm. Thank you. Ну что, мы поехали. Погоняет меня. Эй! Нельзя, говорит, там сидеть. Давай. О! Эй! Да не води! Сыё! Поедем зайцами. Не успеем уже билет купить. Вау! Соскучились по цивилизации. Конечно, прораться можно. Это в Гокарде, в Шанте? Конечно. Там не пойму, что это орёт. Давай найдем какой-нибудь более-менее свободный, вещи загрузим. Train station, man say I can buy inside. You come this side. Come here. 230 rupees you pay. It's very expensive. See, we don't want to give you a problem or harm you. But that is the rules. Yeah. Поищем место для парковки. Вот это да. Putin, don't put the bomb to Ukraine. Yes, tell him you. Съедим водопад. Сколько, интересно, стоит здесь? Да рублей 10-15 максимум. Максимум 20. Я тоже думаю, что водопад. Да. Водопад. 13 piece, 2 piece, бада, 2 piece пав. Кладем. Заливаем туда кетчуп. Поднимемся наверх, глянем, может, можно выйти со стороны города. А хотя там тоже город. Ну, там в конце платформы встанем. Заночуем. Смотри, там дальше зеленая травеха. Пошли туда. Вот это нормальная гостишка. Чуть-чуть хотя бы травка зелененькая, приятно. Здесь и переночуем. Поставили палатку, ночью с утра просыпаюсь и понимаю, что давай. Мы стоим прямо в городском парке. Такое бывает. Да, прикольно было. Мы встали как-то с трейлером ночью, в темноте встали, свернули с дороги. А-а-а. Просыпаемся утром, а мы находимся на лесоповале, и нас не может лесовоз объехать. Мы перекрыли дорогу.
вокруг кипиш, народ работает. Мы в темноте встали. По-быстрому съедали сапоги. Да, да. Дом готов. Намаскар. Намаскар. Да она хорошая. Убежала. Для кого хорошая, для кого мерзкая. А для меня кино. Рис и дал. Зайцем проехать не получилось в итоге. Да, жалко, блин. Вот, но он нам сделал скидку и вместо 4 билетов продал 2. И сказал, что когда он будет в России, мы ему обязательно поможем. Мы, конечно же, поможем. S8, 13, S7, 14, S6, 15, S5, 16. Фу, вроде замолчала. Вот она кричит прямо нам в уши. Да, да, у нас сегодня такое, знаешь, боль, рай. Боль, рай. Звуковое изнасилование, да, это называется. Да, вот сейчас я хожу и кайфую, просто знаешь, такой... Но подсознание уже просит боли. Согласен? Нет, у меня еще нет, если честно. Пока нам тут не спалось, у нас чуть-чуть поменялись планы. Мы решили, что поедем в Манекаран, а не в Ашишт. Раша. Хорошо. Хорошо. А че? Снежные верхушки видно из Манекарана? Нет? Пока без снежных верхушек, значит. Доброй ночи.